Что касаемо официальных представителей Госдепартамента США, в каких бы то ни было, в общем-то, на каких бы то ни было уровнях, да, Псаки, говорят, что она ушла, слава богу, в отставку. Вот. И я слышал, что ее преемники не так хороши и не намного лучше, чем она. Меня удивляет, когда люди на таком высоком уровне не удосуживаются посмотреть, где происходит тот или иной конфликт, который они пытаются обсуждать. Вот. Говоря о том, что в Ростове-на-Дону, так как я сам, в общем-то, из Ростова-на-Дону, есть горы, как бы мне удивительно, неужели нельзя открыть или повесить хотя бы в офисе Пентагона, где угодно, карту не только боевых действий там, где их люди находятся, а карту вообще местности, куда они пытаются заслать своих засланцев. Вот. И неприемлемо. И если раньше я уважал господина Обаму, так как он первый президент, да, меня это восхищало, какие-то, ну, вот такие моменты, то сейчас, видя, кто на него работает и кто ему помогает определять внешнюю политику, как бы я думаю, что он просто дурак.